Завершился капитальный ремонт последнего в этом году третьего дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках программы в доме по адресу Ленина, 54, провели ремонт и утеплили чердачные перекрытия. Фасада заменили и обновили цокольные перекрытия, а также системы электро- и газоснабжения. На обновление 12-квартирного дома было потрачено более 9 миллионов рублей. В подъездах, в дополнение к новой электропроводке, установлены датчики движения. Это позволит экономить электроэнергию. Фасад утеплен, в качестве покрытия – евровагонка. Кардинально изменился и цвет строения. Вместо прежнего голубого дом стал темно-синим. Кстати, цвет выбирали сами жильцы. Также отремонтированы и заменены цокольные перекрытия. Кстати, с последними работами возникли небольшие проблемы, которые немного затянули сроки. У нас втрое увеличился объем по замене цокольного перекрытия. В квартирах очень много было гнилых балок, потому что дом не вскрывался. Сколько лет дому, так вот. И доступ туда был практически невозможен. Вот. И только после вскрытия. Но это не повлияло ни на качество работ, немножко сдвинули сроки, но это, в принципе, нормально. В этом году в рамках программы по капитальному ремонту жилфонда в Наринмаре отремонтировано 3 многоквартирных дома. Всего программа по обновлению рассчитана на 30 лет. В нее включено более 300 жилых строений.